Маленькая Милена вот уже 6 лет борется с тяжелой редкой болезнью – синдром Веста. Это тяжелая форма эпилепсии, которая характеризуется постоянными судорогами. У нее ежедневные судороги от 10 до 20 раз, при которых умирают клетки мозга. Те навыки, которые у нее были, уже дает толчок назад. Нам каким-то образом, любым надо купировать эти приступы. Препараты мы покупаем ежемесячно, уходит от 15 до 20 тысяч рублей. Хоть даже они нам на данный момент не помогают, потому что организм привык, а мы не можем их резко убрать до тех пор, пока мы не найдем новый препарат. Все началось, когда Милене было 4 месяца. Стали появляться судороги. Жизнь семьи разделилась на до и после. Были в Китае с ней. До этого, то есть, ребенок не сидел, не ходил, даже на худанках, не общался, не кушал, переворачиваться даже не могла. И вот нас в Китае посадили, ребенок начал сидеть. Нам нельзя на этом останавливаться, мы уже столько прошли. Российские и китайские специалисты оказались бессильны перед судорогами Милены. Мама девочки нашла эффективную клинику в Испании. Европейские специалисты помогли многим детям с синдромом Веста. Ставят датчики специальные и находят вот этот ИПИ-очаг, откуда вот эти судороги, и уже могут при возможности делать операцию. Если приступов не будет, то ребенок уже будет развиваться как полноценный ребенок. На лечение Милены требуется порядка 14,5 тысяч евро. Это около 900 тысяч рублей. На данный момент я ребенка воспитываю одна. Но у нас нету таких средств. В основном деньги все уходят на приобретение лекарства. И миллион – это для нас не то, что большая сумма. Для нас это она огромная. Поэтому мы просим всех неравнодушных помочь нам.